Сегодня в Ульяновском физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» стартовал межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди девушек 2002-2006 годов рождения. В гостях Самара, Казань, Нижний Новгород, Киров, Пермь. Ульяновской команде нет еще и 2 лет, поэтому опыта совсем мало. Причем не только соревновательного, но и тренировочного. Главное, на что рассчитывают игроки, болельщики, тренерский состав, как раз и есть приобретение практических соревновательных навыков. Честно говоря, думаю, радость на лице, потому что у нас большой хоккей, у нас чемпионат по фуоре, межрегиональный турнир, и еще на льду у нас сегодня девушки. И это олимпийский вид спорта, это перспективное направление, девчонки могут себя проявить, показать. Их этот возраст 12-14 лет, он тоже достаточно перспективный. И я могу сказать, что в спортивной нашей школе всего там 4-й год идет, да, женская команда у нас набрана прошлый год. Это вот такое наше родное детище. Значимость мероприятия подчеркнул визит главного федерального инспектора по Ульяновской области. Быть гостем чемпионата и поддержать девчонок он считает своим долгом. Сегодня мы открываем 4-й уже межрегиональный турнир по хоккею среди девушек 2002-2006 годов. Этот турнир проводится по инициативе и непосредственно под патронатом полномочного представителя президента при Приволжском федеральном округе. Площадкой для проведения турнира Ульяновск выбран за опыт в организации подобных мероприятий. Как говорят иногородние тренеры и игроки, наш лед очень быстрый, раздевалки удобные, а прием теплый. Соревнования «ФОК-лидер» продлятся до четверга. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.